Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Оба. Мой близкий родственник продает квартиру 2 плюс 1. Проекту 11 лет. Он купил его 11 лет тому назад. Итак, можно также эту квартиру подать под гражданство. Одну из квартир. Там 250 тысяч долларов должно быть лимит. Можно купить 3-4 квартиры. Здесь экспертиза придет, оценит эту квартиру, еще не оценили. Так что можете купить для сдачи в будущем в аренду. Или же сами купить и жить. Итак, здесь у нас огромная зеленая территория, парк, открытая парковка, дорога. Расстояние от моего места до моря максимум 1130 метров до воды. Многие знают, что 700 метров, но я говорю максимально то, что есть. Тут открытая бассейн, беседка, зона барбекю. Я потом спущусь вниз, покажу вам всю территорию. Так, здесь на балкончике. Большой первый балкон. Сторона здесь западная и северная. Что хорошо этой стороны, плюсы скажу и минусы скажу. То, что тут лето 8 месяцев. Откройте две двери, будет сквозняк. И не будете пользоваться кондиционером летом. Но зимой похолоднее, 2-3, максимум 4 месяца придется пользоваться кондиционером. Итак, здесь у меня вот родственник здесь гамак ставит, лежит, отдыхает, кайфует. Порой я прихожу его выгоняю отсюда, сам ложусь. Кондиционер от Чилиг новый, сам заказывал. А++. Так, гостиная комната, совмещенная с кухней. Продаем, они переезжают близко ко мне. За это сейчас цены поднялись, у нас цена не выше рынка. Здесь район стал уже элитным, район Уба, лицей Назми Йылмаз. Тут рядом люкс-проект Soul Garden строится. Также здесь Кави Палас рядом, Кави Дрим Палас и несколько больших проектов. Бытовая техника, Bosch холодильник, новая стиральная машинка Hotpoint Ariston A3+. И стиральная машинка старая, нужно поменять. Итак, подравится под ключ. Проходите сюда. Так, здесь прихожая. Дверь. Второй этаж. На этаже 1, 2, 3, 4 квартиры. Есть лифт, пока что он его чинят. Новый. Тут терраса. Коридорчик большой. Как минимум здесь 100 квадратных метров жилых. Квартира 125 квадратных метров. Так, душевая кабинка. Вот. Есть проточный водонагреватель, также есть солнечная батарея на крыше. Это первый санузел. Тут две спальни, два балкона и два санузла. Детская спальня. 10-11 квадратных метров как минимум. Угу. Здесь второй балкон. Это новые плантации, там бананы, где-то 6 месяцев назад они его сделали, здесь ничего строиться не будет, потому что как минимум 5 лет должны они вот это все забрать. А там сад, вид на горы. Машин много тут не проезжает, спальня здесь как минимум 14 или 16 квадратных метров, спальня большая. Кондиционер фирмы Арчелик. Так, здесь рядом открывается мэрия, есть больница, коттедж,
в шаговой доступной где-то 300-400 метров. И здесь у нас второй санузел. Так, это не пользуется душевой кабинкой. Один санузлом пользуется. Хватает вроде для них. Так, я сейчас спущусь вниз, дорогие зрители, покажу вам всю территорию. Итак, спускаюсь я вниз. Айдат здесь 300 лет. Недавно подняли, тут живут немцы, европейцы именно, все датчане, несколько семей. Все с чипом, камера наблюдения, пандус. Так. Там магазинчик, впереди БИМ, ШОК, А101, сеть магазины. Хороший консьерж. Тут парковка для велосипедов. Здесь вот садик сделали такой хороший. Садитесь, пьете чай. Открытая парковка. Вот Кави Палас. Тут цены высокие. 140 тысяч евро. 2 плюс 1 и тому подобное. Цены, сами знаете, уже взлетели. Сейчас все боятся продам. Потом купить не смогу. И по этой причине... Спрос очень большой, а предложение все меньше и меньше. У застройщиков квартиры 1500 метров в Махмутларе, 72-75 тысяч евро. С котлована, дорогие зрители. Я знаю рынок и говорю то, что есть. В Авсаларе раньше цены были 40, 45, 50. Сейчас цены 71, 65, 71, 72 тысячи евро. Вот такой фасад здания. Стоит она из 4 блоков. Вот. Бассейн всегда функционирует. Там тоже зона отдыха. Есть фруктовые деревья, апельсины, мушмула, там тутовник. Есть зона отдыха. По вечерам тоже здесь красиво. Цветные освещения везде, видите, синие лампочки висят. Квартиры не хотят продавать, там родственники просто хотят близко ко мне. Вот туда-сюда не ехать. Вот зона пикника. И вот такой садик. Дорогие зрители, теперь миндаль, точно фруктовые деревья, вот этот тутовник. Итак. И зрители, пляж здесь район Оба хороший, также впереди. Есть Тахтакале магазин около Кочташа, прямо с правой стороны. Тоже шаговой доступности. Лицей, больница. Ну, сами уже поняли. Кто знает этот район, что он сильно развивается и станет тоже элитным районом. Так как мэрия Лани сюда переезжает. Из-за этого цена этой квартиры крайняя. Никакого торга. 95 тысяч евро. Звоните по номеру. И все, идем в ТАПУ, регистрируем квартиру на вас. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Оба. Всем пока-пока.